Челы, заходите на стримы. Гоблинс, Гремлинс, Пакинс. Ой, он мне выбил зуб. Это меня могло сейчас убить? What the fuck? А, тут типа просто встать? Тут нет прохода? I spy with my little eye. Hey you! Guess who's back, baby? Be my shadow and follow my lead. Нашли себе союзника. Hey there, adventurer. Take this with you. Спасибо, это мне обязательно пригодится. В скобочках нет. I can take a peek ahead if... Да ладно, братишка, я сам гляну. Не утруждай себя. Блин, тут какие-то платформы дичайшие. А что в другой? О, это крутяк. Давай сюда, наверное, проверим. Так. О, Господи Иисусе. Ладно. Скорее всего, это будет смерть. Но мы попробуем. Так, какой-то балкон. О, нифига себе шорткат. Гига-шорткат. Legendary шорткат. Гоблин! Мерзкий гоблин с булавой. О, у него зуб выпал, кайф. Фак, только не эта мразь. А можно как-то законтрить вот этого слизня? Блин, слизень слишком имба. Слушай, метелка это топчик. Пойдем скорее, бро. Брозер. Are we there yet? Булава, да булава хуже, мне кажется, чем метелка. У метелки рейндж хороший, здесь рейндж прям супер влияет. Здесь не можно жрать? Малюток, что ли? Живи, брозер. Так, мужики, мне придется вас покарать. Ну-ка, давай захаваем слизи. Слизень! Да куда ты уходишь, проклятый прохвост? Пчела? У него в кармане была сраная пчела? You're going too fast. Don't lose that weight until the next floor, okay? A comically large weight, but I'm not laughing. Что будет, если я не стану это брать? Меня проклянут? Я обязан это взять? Hooray! Охренеть, просто какую-то 10-тонную гирю мне дали. Сказали, не потеряй. Doors, I knew it. Want me to go first? Не, братишка, да я думаю, я пойду первым. Whatever. Блин, ну с этой гири будет... Тяжеловато перескакивать через всякие препятствия. Easy way out, eh? О, зато шлем. Окей. Фак, я вижу, что там. Скорее! Он сытый? Он меня будет есть? Или нет? Я не знаю, он будет есть меня? Фух, он сытый, все. So how did you get here? I think I used the wrong... Брат, нажми эту штуку. А, я могу себе открыть проход, окей. Так. О, черт, на мне какие-то волдыри прокнули из-за этих слизней. There you go.
Блин, я не доверяю шипам. Балахоны? Фак, а нам нужно в шипы, да, походу? Окей, ладно, тогда давайте сделаем так. So, what's your name? I'm just a peasant. You'd say a regular guy from the streets, but all my friends call me. Sorry, I'm no longer interested. Успею ли я? Оп. I lift. Can you tell? Let's go. Я принес тебе твой груз. Ты чё, бля? I love me some delicious adventurer. Да ты охуел! Я принес тебе твой странный груз! За что ты на меня напал? Не, пиздец. I'm really bad at puzzles. Sorry. Может, я могу его мантию взять? Не, вряд ли. Ew, what does that giant rat want from us? Нам еще мышка, меня сучарка поганая. Ну почему, почему? За что он меня начал пиздить-то? Я дал ему его груз сраный. Да просто идиотизм. Так, ладно, мы возьмем с собой сундук. Эту монетку. Еще один сундук? Ладно, я беру второй сундук. Я теперь мистер сундук. Ну а как ты хотел? А, я могу вот так его открыть. Ну, блин, красная посолиднее выглядит. Поприятнее, да? Here, take this. It's dangerous out there. Окей, это выглядит как ваншотящая штука. Дубину за три? Не, наверное, не будем. I'll just leave this here. Yes. Ah, finally, let's kick some butts. Опа. Это мне. Хэтч. I'd like to direct your attention to those dangerous spikes. Спасибо, сэр. Теперь у нас есть черепаша, какой-то дружелюбный приятель. I remember the days when squids stayed in the ocean. You've been in there long enough. Банана. А зумба! О, господи, тихо, 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 блин. Надо прикончить этого здоровяка. Окей. Главное, не попасть в его хитбокс смерти. Он взял этого мужика? Ты сейчас свихнулся, приятель? Ты просто взял здорового 10-центнерового чела. Трупа. Упс, no loot today. Hey, have you seen my glass marble? It must be around here somewhere. Go look for it. Так-то, ну можно, конечно, hey, походить. Hey, are you interested in a little game? Put your bet on the podium. Okay. All right, I am a lucky guy after all. All right, watch closely and tell me where the marble went. Best out of three it is. Да, двух побед. Well,
Ain't no riddle, it's the middle. All right, this is my day. Which one is it? Я проморгал, но, по-моему, левый. Easy, the left cup. Oh dear, I have let down my people. Oh, I'm sorry. An overwhelming victory due to my amazing intellect. Easy for ants, ants, everybody dance. Ту-ту-ту-ру-ту. Уа-буа! Alcoves are just walls, refusing to do так, что-то эта дверь выглядит супер опасно. А что это? Это за логово смерти. Ну? So, how'd you wind up here? I was searching for food for... Bye-bye. Так, аккуратненько спускаемся. Ого. Чё за звуки нахрен? Oh shit! Oh shit! Here we go again! А он автоматически блочит щитом или мне нужно нажимать какие-то кнопки? Супер шлем. Uh-oh. Фига, это мы уже здесь? Блин, я что-то боюсь. Оп! Гоблинс! Easy money! Smash some goblins! Оп! Сейчас попадешь ты под шипы. Опа! Попадос. Да, но тут уже опасный данжик. Моб на сундуке сидел? Из него табуретка вывалилась. Может его убить? Мы же можем его уже убивать. Я не хочу ему отдавать нихера. Дайте попробуем сразиться с ним. Что-то метлой как-то не особо удобно его бить. Может, серп вообще купить? Почему я порой не попадаю по нему? Come to Papa. Take that. Добивайся эту мразь. Какой же он жирный. Фак, еще и мышь это мешает. О, господи, броня кончилась.
отравил! Да это пипец, какой же он, сука, жирный, кошмар. Бля, я случайно. Я забыл. Я забыл, как трясти. Чё за ридл? With my enormous wit, of this riddle I'll get rid. I have mine on you, я положил их на тебя, а ты не сводишь их с меня. О чем же я? Ну, глаза, типа, очевидно. I have my eyes on you. Члены. Yes, impressive. Давай сюда нам. Farewell. Чуть розовенькую. Move on. You're scaring the new customer. Ай, да за что? Чё? У меня уже зубов половины нет. Dude, what the hell? Ща. Ой, я лишил мужика шляпы. Блин, у него какое-то копье боли. Еще и мыши. Три мыши. Он насрал с саммонами. Так, что там происходит? Он просто... просто как бы... как альфа-самец перепрыгнул и трахнул меня ваншотом. Так, окей. Метелочку возьмем. Так, тут какие-то зелья можно скрафтить, смотрите. Мозги плюс глаза равно зелье, превращающее в беса. Это яд, maybe? They made the mistake of challenging me. Не отравилось ничего, да? Бутылка только потерялась. Лук пари плюс зуб равно превращает наоборот беса в чела. Так, бочку возьмем. Let's not get too comfy in our success. Answer me. What is best in life? Let's see. Что самое ценное в жизни? Безумная идея, крайне плохая идея, очень глупая идея, позорная идея. Намного глупая идея. Хорошая идея. Блин, там гениальная идея была. And a bread with strawberry jam and honey in the other. Well, it's your life. А, окей. Он просто принял этот ответ и пропустил меня. Видимо, за гениальную идею он бы меня наградил еще. Окей. Молот бога. Двуручный. Aren't these kind of clubs a bit old-timey? Валим. Where's the giant carpenter to that massive hammer? Мужик, что с тобой? Почему мужика тряска? В чем причина? Алло? Может, ты возьмешь молот? А что за тряска? Not so frightening now, eh? So far, so good. У него лютая тряска. Это что такое, изумруд? Какой-то камень. I'm starting to get hangry. You better have something waiting for me downstairs.
То есть на следующий этаж он хочет от меня что-то вкусное, да? Нет, это двуручный молот, его только в две руки. Мужик, чё с тобой нахрен? Он странный. There must be some riches to snatch inside this tower. Темнеет? Блин, ну я не принес им еды. А мужик не сойдет за еду? Он не пошел за мной. Dinner time. А как снять с себя одежду? Enjoy your meal. Are you trying to kill me? Древесина полезна для зубов. Pain is the only flavor these gummy bears come in and punch. Рундук. Pain is the only flavor these gummy bears come in and punch. Блин, тут какая-то дичь. Slime time. Ай! That's the most dangerous vomit I can imagine. Да, блядь, дайте слизни захватить, ты гос... That's the most dangerous vomit I can imagine. Я не знаю, что будет, если я съем кучу этих слизней, но я должен их съесть. These coins need more buddies to accompany them. Отдай! Слушай, лампа джинна звучит мега круто. Hey, I'm looking for the guy with the dishes. Is that you? No, I'm the guy with the wishes. Okay, that might work as well. Так, хочу стать гигачадом, хочу... Что такое лампа? Хочу богатство. Ну, не знаю. Там броня может быть крутая, и оружие. I could really use... Так. Идея. Я должен найти что-то, да? Блин, не знаю. Шлем хотя бы. А вон тут была золотая броня. Ну, шлем тоже сойдет. Пчели, пчели. О, что за молотилка прикольная. Как вы думаете, эта молотилка круче, чем молот двуручный? Мне кажется, возможно, она лучше. Ну, типа, она проигрывает по ДПС, но, скорее всего, ну, ее хотя бы можно в руках носить. В одной руке, в смысле. Опять, блин, чё с мужиком-то, ёлки-палки. Так, с мужиком чё-то не так, ребят. Надену на себя, наверное, броню. I gotcha. Пара-па-пам, пара-па-пам, пам-пам-пам, пара-па-пам. Doesn't seem like a pleasant place to hang. Ugh, gross. It smells like burnt yogurt.
Оп. И у нас есть щит. Щит — это хорошо. I gotcha. What is going on? Вы видели, как он лунной походкой просто? Просто ушел. О, господи Иисусе, там какой-то гигача. А я его убью? I have a good feeling about this room. Он идет? Peasant cab. I expected much worse, but I hoped for much more. О, оно, кстати, хорошо отталкивает. Have you ever seen a tower quite so horny? Он его захавал! Он захавал такого здоровяка. О, это надо. Деревянный меч или бронзовый? Монеточки. Слушай, ну явно это будет хуже, чем наша вот эта штука. Мужик, хватит трястись, мне нужна твоя помощь будет. Блин, я не хочу. В смысле, доспехи всю броню? То есть даже щит и шлем? Или чисто доспехи в плане нагрудник? Жесть, у нас такая топовая броня. Только бочку это будет, да? А, ну бочку, окей, давай. Who needs gear when you've got these guns? I. А? I wonder why I didn't kill you earlier. А я могу его сейчас убить на этом этаже или еще пока что нет? Damn, watch out. Могу, да? Фак, надо было тогда с бочкой его убить. Почему оружие, блять, порой куда-то непонятно куда бьет? Мужик, помощь бы пригодилась. Мой шлем! Never mind. Damn, watch out. Да. Такое. О, фак. Дело плохо. Он стал быстрее. Он куда-то свалил. Мой шлем! Мужик, блять, проваливай нахрен, что с тобой не так? Блядь, да пиздец, почему у меня просто падает оружие и броня из рук, я не понимаю, ну что это за идиотизм? Какой черт у меня выпадает все из рук? Что вообще заставляет падать оружие, блядь, из рук и шлем тоже? О, господи Иисусе. Hey there, adventurer. Take this with you. I feel like I can completely trust this stranger, and there's nothing to worry about. Bang. Спидраныч? Я уже вышел и перезашел. I'm feeling a little low on sugar. I'd love to have a banana. Банана?
I'll be waiting for you downstairs. Banana. Banana, мама. Ту-ри-ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту-ру. Так, Косякинс возьмем. I see you didn't deliver. Well, well. Yuck, you're horrific. Fellas, clean up this mess. Вау. А может это и к лучшему. Сейчас мы тут Лутецкого вынесем. Нормалек. Давай еще одну вот эту булаву возьмем. Две булавы просто. Give me that thing you're holding. What are you carrying that around for, anyways? Ну, допустим. Ты заебал, мужик, боговаться, хватит! Это просто издевательство какое-то. Почему? Вышел какой-то патч с багами или что? Я когда играл... А, окей. Ему нужна именно булава была, походу, моя. Ёшкин-кошкин. Так, монетки есть? Монетки есть? Есть. Принять, ничего себе тут. Ух. Ну что-то оно того не стоит. Ну хотя. А обратно уже нельзя. Я не успею, я умер. Эти шипы стали опускаться быстрее, чем раньше. Бэнг. О, ну ты бываешь любезным вполне себе. Это мы... Больше я не попадусь в эту удочку. Ну, честно говоря, серп такой тоже не супер сильный. Лучше, чем метла, наверное. Сюрикен. Сюрикен это имба, по-моему, да? Ау. Ага. Да, сюрикен это хорошо. Только он может просраться в какой-то момент, но сюрикен это классно. Блять. Как у меня... Ты чертов ублюдок. Мужики, мне нужна еда, срочно. Нужна еда, мужики. Мужики, еда. I spy with my little eye. I see a sickle, but where's the herb?
Блин, неужели нам придется использовать лампу Джин? Глаз можно съесть? Думаете? Блин. То мало. Надо, короче, взять еду какую-то. Может, улитка еда? О, кайф. Так, ну я думаю, что нам нужно взять броню, наверное, золотую. Так, броню. Давайте броню золотую. Блин, тут еще щиты какие-то прикольные. Нойз. Блин, какой же сюрикен имба. Не хочешь взять? А, она кидается склянками, по-моему, да? Ей особо это не нужно. Бежать. Молот имба, да, но он двуручный, блин. Я drank a teleport potion. А, молот, который продается? Ну пофиг, я хочу с сюрикеном поиграть пока. Мне интересно, будет ли он эффективен против этого босса или нет. Жёстенький шорткат. Там, кстати, броня какая-то прикольная. Ну, шлем точнее. Я бы, кстати, взял его. Чё за... Я принимаю такой исход. Могло бы быть хуже. Будем честны, могло бы быть гораздо хуже. Бам! О, боже мой. И как мне перепрыгивать это дерьмо сейчас? Нужно съесть этих слизней. We're getting somewhere. Somewhere. Pop. Bam. Блин, сюрикен это жестко, конечно. Чисто ваншот даже такого толстопузика. Но чел из брони не ваншотает. Ау! Отравленный кинжал! Бля, хватит руинить мою броню, мужики.
Улитка вкусная, наверное. Не знаю, блин, в реальной жизни я помню, читал новость, как парень съел какого-то слизняка, и у него в мозгу появился мозговой червь. И он то ли умер, то ли чуть не умер. Страшно. В улей пчел не бьют? Да не, вроде бьют, походу патч какой-то вышел. I am a witch and a carpenter. Witch. О, черепаш. I told you witch. No, you didn't. Huh? Well, I don't need to know everything. You look at this little guy. Hi there. Let's escape together. Be my shadow and follow my lead. So happy. I know you're the greater hero, but you can send me it. I'll come back to that later. О, фак, тут заперто. Что за нахер? О, Господи Иисусе, мне не нравится это. Еще один сюрикен. Ну не, я оставлю на всякий случай отравляющий кинжал, мне кажется. Фак. Ну зашибок. А как забрать броню? Надо ударить, что ли, по этому рычагу? Золотые зуби. Ну, возьмем. Hey, congrats on being alive. Here's a gift. Помойный гифт, мне такой не нужен. Я больше, ну хотя посмотрим, что там. А, это проход, дальше. Окей. My favorite glass marble. Find it and return it to me. Slaps and tickles away you if you don't. Иначе защекочу, говорит. Звучит опасно. Так, это броня? Это броня. Мужик, стоять на месте. Бедные работяги-уборщики. Тыква. Что там? О, коробка с зубами. Блин, ну это, кстати, неплохо, но, возможно, броня все же лучше будет. Давай своих спасателей. Сейчас мы с ними разберемся. Is that called a club or a bat?
Это все? Рекви, спасибо. Да благословит вас Господь, друзья. А, не знаю, может быть взять булаву, например. Наверное, она покруче будет. Или вот этот скиметар. Дайте булаву. Бог знает, что это за комната и что делает эта кнопка нажимная. Блять, меня сейчас отпиздят. А! Эй, ты, волшебник! Так, броня-то там осталась? Ладно, мне лень что-то их лутать всех. О, щит еще. Щит берем. Берем. В одном из них был меч бога. Не знаю, но мне кажется, в них не бывает прям супер крутого лута. Прям омега лут. Реально жесткого. Чё, блин, творится игра? Опустошили мешочек. Булава, конечно, слабовато. Ай! За что? Ёлки-палки, что-то мы согрели. Целый пак нечисти какой-то. Как бы нам это дело все теперь аккуратненько обойти? Яйкс. Так, мне нужен какой-то топовый меч. Че это за волшебник с некроманским посохом? What the fuck? What is life but a fleeting moment? Sorry for killing you. Окей, где его посох? Он не выпал или где он? А вот он. Что думаете, как этот, ну, этот посох будет сильнее, чем булава? Стоит его брать? А где мой щит? Он упал в дырку, серьезно? О, как я ненавижу, что в этой игре все постоянно какой-то бардак просто с вещами происходит. Так, ну окей. I don't want to get hooked up here.
Блин, это надо. Что будем брать, guys? Так, у нас есть, по сути, посох с магией. Блин. С броню, что ли, золотую взять? Шлем. Но если есть шлем, то я не смогу кастовать магию. Я не смогу магию тогда вот эту кастовать из этого посоха. Он только с этой шляпы работает магической. Броню золотую можно взять, конечно. Зелье второй жизни. Да, зелье второй жизни что даст? Ну, как бы, если меня убьют, то у меня будет просто вторая жизнь, и я уже буду голый, по сути. Донеси до выхода, выбери вазу. I'm looking for the guy with the wishes. Is that you? Yes. Beware and choose wisely. Типа вот этот второй вариант выбрать и попробовать донести до выхода? Ну давай. What could I wish? How about a wish? Didn't they teach you basic math? Тогда у меня не будет милишки, это плохо на самом деле. Snail, how you doing, old buddy? Agravatus! Flexus Maximus! Симолабим-бам! И где, блядь, имбовость этого посоха? Это просто самый худший кал вообще в истории. В чем имбовость этого посоха? Big sizes are coming back in style. Блин, мы так не выживем, ребят. Не, надо, короче, походу, все-таки либо броню, либо оружие брать. At last, here goes my serious wish. I could use... Так, еще за оружие взять. Золотой цепь попробовать. Золотой цепь, говоришь? Вот этот? Давай попробуем. A Morgenstern! Окей. Imagine the cake when the knife's already this big. Блин! Теперь у меня нет шлема. Все плохо. Слушай, у меня куча монет, может быть, мы можем налутать что-нибудь здесь? Какое-то зелье. I gotcha. Зелье суперскорости? Если я выпью два таких зелья, то я навечно буду суперскоростным? Full speed ahead. Так, а это рандом или что? Или тут всегда зелье? А, это рандом. Броню, плиз. Ну, хоть что-то. Шлем. Зелье какого-то кала. Так, ну я безумно быстрый. Шляпа уже непригодна. Может быть, бочку тогда надеть? Вау. Игра просто восхитительная.
Просто суперская! Я жив! Слава богу! Так, тут есть какой-то ключ. Мужик, блин, отвяжись от меня! Я тебя сейчас съем, ты понимаешь? Я съем тебя нахрен. Съем. Я съедаю тебя. Let's put this here. Так, ну у меня нет ключа, да, чтобы это открыть. Let's go. There's a scent of dynamite in the air. Reminds me of my late mother. Фух, спасибо, Слизерин. Так, ну у нас хороший сетапиус на самом деле. Там, блин, ключ был, но у меня денег нет на ключ. Ну ладно, как бы... А, еще один сундук есть. Опа, ну-ка. Блин, так аккуратно, так цеп можно просрать. Он отлетает жестко что-то. Еще монетка. Snail, how you doing, old buddy? Сколько у меня монет? 5! Нет! Еще одной монетки не хватает. I'll take it. Надо сыграть. This is your lucky day, and you're up for a prize. Just put your bet on the podium, and we'll see what's in it for you. Okay, let's play. All right, watch closely, and tell me where the marble went. One try only. Следим. Correct guess, or make a mess. Which one is it? Левый. Right on, it's the left cup. No, this can't be. It's all skill. Ха-ха-ха. Ладно, пофигу на этот ключ. У нас есть золотой цеп, у нас есть неплохой шлем, у нас есть золотая броня. Надо идти файтиться, я считаю. Надо просто уничтожать. Job on not making me angry. In return, I give you freedom. If you're bored, you know where to find me. Что, без сражения? Он просто меня... What a twist. Я хотел посражаться. Нахрен я собирал тогда эту имбу? А что за секретная дверь здесь? Это когда выйдет фулл игра? Окей. То есть сейчас пока нет этого в раннем доступе. Он зассал в этом гире. А вот и я. Сбежать из башни. Сбежать из башни за 15 минут. Ура. Куда идти? Разные какие-то проходы. Дремучий лес боли. Болото Миядзаки. Нет, спасибо. Приветствую, прошу прощения, что не можем оказать тебе достойный прием, путник. Мы очень больны. Губерт, наш сын, пошел в башню раздобыть денег. Поскорее бы он вернулся. А то нам крышка от супницы. А, это типа черепаш? А можем? Я могу вам дать денег? Походу, надо его сюда привезти, что ли, не знаю.
не знакомец, веди себя прилично, не то выпри публично, все. Не подскажешь, где тут таверна? Иди вниз по дороге до упора, мимо не пройдешь. Что это такое? Награда 20 монет, гражданство 100 монет. Типа, если я закину сюда, то я могу получить гражданство? Good day, good sir. Welcome to this prosperous town. We like adventurers like you, who bring their hard-earned loot into our economy. I would gladly grant a handsome fellow like you citizenship, but only if you prove yourself worthy, that is, in the form of money. I already feel a strong alliance with this place. Так, тут заперто, да? Пока нету. Story. Ломбард. Че в ломбарде? Hey there. In here, we value the value of your valuables. You can trust me on that one. Do you have a... Здорово, байтер. А зачем мне это покупать, я не понял. Так, ну давайте отнесем все деньги, окей. Как отдать деньги? В банк? Продай все сначала. А что будет, если я не продам эту снарягу? Что с ней станет? Need anything? Заберешь новый ран? Ну так это прикольно вроде. Do you have any items for me? Ну ладно, давайте продадим. Can we agree on this? Give me some gilder. Don't spend it all at once, young fellow. Wanna sell something? Put your goods here, and I'll propose a deal. Make it rain, pal. Pleasure doing business with you. А я не знаю, как снять с себя броню. I'll just leave this here. Только у меня уже не вылазят деньги. Правую кнопку зажми. Wanna sell something? Ага. Good deal? 23, давай. Can I get a... Блять! Я не то нажал. Когда там гигамешок? How about this? Can we agree on this? 46 голды. Меня не обманули, не заскамили, как вы думаете? Мне кажется, у меня больше денег должно быть. Но она выдаст мне это все одним мешком. Make it rain, pal. Don't spend it all at once, young fellow. Так. I only sell quality equipment. А как мне теперь закинуть сюда? Не сюда, тут есть еще типа. А, тут еще можно наверх. Turnips are the best kind of vegetable. We should go to the tavern to settle this. Yuck. Some people just never learn. There's a lot of talk. Ломбард, так. If you say so. Let's talk about something else instead. Так, ну это какой-то храм, типа. Nobody's home. Это банк?
Welcome to the bank, sire. You look like you just escaped the tower. Let me open an account for you so you can lighten your load. Okay, let's put these coins behind bars. Et voila! You can leave all your riches with me, sir. There's a very handsome interest rate here, too. Just let the money work for you. Free money? That's nice for a change. Adventurers like you are our best customers. All that gold from the tower really helps us to control inflation. That's reassuring. My belly's been making a lot of weird sounds lately. We also sell real estate to our best clients. Так, то есть у меня теперь здесь открыт вклад, и у меня деньги будут? Как-то неудобно так немножко. Just what I needed. All right. Так, ну 46 монет, все. I need a house. Got any? In fact, there's been an opening right next to the village entrance. How does that sound? Жилплощь. За 15 голды купить дом. Давай. Well chosen. You can enter your new place right away. Купить дом. I need more space. Got a bigger place? We gladly assist you in your journey to the top. За 30? Ну я не знаю. А на что еще деньги? Вот гражданство вообще тут можно купить, в принципе, да? Пока не будем, пока хватит одного дома. Так, это мой дом? Не, это таверна, да? А, это мой дом? Да, это мой дом. Home sweet home. Ну, чё, как бы неплохо. Можно спать на коврике. Есть тараканы, которых можно кушать. В принципе, пойдет. Зато свое жилье, как бы, без мам, без пап, без кредитов, без всего. Так, сюда никто не пускает. Это что такое? Hey there, buddy. Need a hand? I can fix you up with a new do and also amateur surgeries. Let me think of a haircut. Блин, это дорого. Только для граждан. Ни хрена себе, вот это да. Это бесплатно? I believe in you. Go, go, go. Here we are. Ничего не поменялось. Shall I throw in a phlebotomy for free? Next time. Phlebotomy for free. Could be, but who cares? The bubonic plague will take care. Hey, nice to meet you. Whoa, slow it down, pal. I'm jealous. How are you feeling today, my pleasant peasant? Same old story. Swell, my man. Very swell. Right on. Enjoy, hey, man, enjoy. Your flies open. Думаю, это будет целью твоей игры — купить гражданство ради прически? Наверное. No, can't be. If you say so. Прикольно, здесь какая-то вот даже мета-тема есть, да? Стань гражданином, и я тебя пропущу, говорит. Сатенчик надо, понятно. You've done enough adventuring today. Want a drink? Прохождение будет завершено. Погоди пока. I am not thirsty. As you please. А, ну тут только побухать можно, да, и все. А, ну все, в принципе, походу, да? Слушай, ну там еще можно в какие-то болота Миядзаки было сходить, но я что-то уже без брони не хочу, не знаю. Ну ладно, все.
Тогда завершаем. Today's special Adventurer's Delight. Want a sip? Let's end the day with an ale. Very well. Let me get you our house special. Золотой зуб остался. Так наш великий герой фон Вайнст и спасся из башни Эвилиуса. Без друзей, без товарищей пошел он пить в местной таверне. На том наша история и заканчивается. Выйти в меню продолжить. Продолжить это что будет? НГ плюс? Ну да. О, она прикольная, что я могу сказать. Даже есть какой-то потенциал у игры, то есть... В том плане, что... С апдейтами, может, еще что-то добавят интересненькое. Прикольная игруха, ну, весьма. Весьма интересная. Не, сейчас я не буду еще один новый ран делать. Ну, у нас хороший вот этот ран был у нас. Золотая броня. Даже обидно немножко, что мы не пофайтились с боссом финальным.